Доброго времени суток! К вашему вниманию представляем тренажер для отработки навыков лечения пневмоторакса. Тренажер представлен половиной туловища взрослого человека. Характеризуется реалистичной формой и анатомически правильным строением грудной клетки. Представляет собой практический инструмент для клинического обучения. Тренажер изготовлен из ПВХ, имеет мягкую и эластичную кожу и легко очищается. Характеристика тренажера. Первое. Анатомичность строения. Ключица, надгрудинная вырезка, угол грудины, шейное ребро и межреберные промежутки. Второе. Использование иглы для пневмоторакса с целью тренировки декомпрессии напряженного пневмоторакса. Третье. Легочный мешок может использоваться повторно. В комплектацию входит насос, трубка. Легочный мешок. И специальный скотч. Подготовка к работе. Сперва установите тренажер на ровную горизонтальную поверхность. Перед началом процедуры положите тренажер так, чтобы нижняя часть тренажера оказалась перед вами, и снимите крышку. Вставьте мешок внутрь тренажера и просуньте клапан от мешка в боковое отверстие тренажера. Возьмите помповый насос и подсоедините трубку одной стороной к насосу, второй – к клапану с боковой стороны тренажера. С помощью помпового насоса накачайте воздух в мешок, так чтобы мешок вплотную соприкасался с внутренними стенками тренажера, грудной клеткой. Тренажер готов к процедуре. Мешок для воздуха разделен на две половины, каждая имеет свой клапан. При полной непригодности одной стороны мешка можно использовать вторую. Также в комплекте есть специальный скотч для заклейки проколов, чтобы увеличить срок службы. На этом заканчивается наш с вами видеоурок по использованию данного тренажера. С вами был Центр практических навыков. Спасибо вам за внимание.